Ой, конечно, такое себе все это. Эй, приветствую, дорогие друзья, с вами Ангрин, надеюсь, что ваша душа станет чуточку теплее с игрой в гусей. Бля, чё ты ебал так долго, Ди? Конечно, пиздец, парень не палится вообще ни разу. Здорово, как ты? Грей, Грей. Чё? Нормально. Блять, ладно, потом скажу. Быстро. Ну-ну. Кто и за что? А я сказал, что я сделаю. Канаду убили, что ли? Да, я подтверждаю. Да. Нет, не канал. Рофлс, короче, я сказал то, что он. Но она есть в игре, так что. Сказал то, что он пойдет, уебет Фавор, и как настоящий мужчина подтвердил свои слова. На деле. Кто? Кто? Я. Ну это на стане. Кто я? Ой, Рофл. Я Рофл. Всем, чем занимаюсь последние две игры, это слежу, кто выполняет трейдерские задания. Это был майн гейм. Ну вот, трейдерские задания. Опять майн гейм. Выполнял бум и красный. Нормально, бум дождь. Я ничего не выполнял. Да не рофл, не рофл, Андрей, да, Майндрим. Это бум после прошлого катки. Ну давайте же в красном. Майндрим выполнял, говоришь? Просто при всех ударе. Да, 100%. Можно его не выкидывать с голосования. И другая функция. Кого, рофла? Я знаю одного чувака. Короче, забейте. Майндрим. Она пошла. Окей. Рофл не чуватель, я серьезно говорю. Да, блядь, мне сейчас... Я хотел выполнить ее. Только я не понимаю, зачем ее, зачем... Да что? Типа, игру девчонки ломаете. Какую? Я даже не понимаю, сейчас какой это пиздец какой-то. Потому что ты не шаришь. Рофл это ее тайный любовник. Да нет, вы просто конченые. Фу, блять, конченые. Ты конченый? То есть не так сделал. Я конченый. Пизда, конечно. Вот эта игра нахуй началась. Грей, иди сюда. Грей, иди сюда. Что? Куни уйди отсюда, пожалуйста. Тут только сосиски, никаких куни. Иди сюда. Кто ты, пожалуйста, скажи тебя, я умоляю тебя, просто умоляю тебя. Я? Так, ушел отсюда, ишак, ушел. Быстро. Блять, ушел. Пошли, все ясно, это пошли юки кормить. Это куни, чувак. А, ну что, все. Покормили. Так, короче, Квинни был прав, это мафия. Если я умру, то знаете, я умер с честью, убив одного из пидорасов. Если я не умру, то я убил пидораса, который умеет стрелять. Есть еще вопросы? Ты реально убил пидораса? За что? За надо. Что, блядь? Ты убил пидораса ли его? Да. Поэтому... Ты гомофоб? Нет, я не гомофоб. Нет. Так, у меня один вопрос только есть. Кто там? А, Грей. Чё тебе легенда хочет? Ага, он не успел рассказать. Я хочу с ним поговорить, а ты не вмешивайся. А тата тебе вообще. Ты плохой. Короче, кикаем легенду, он обзывается во время игры. Я не обзывался. Ну на самом деле, для него это нормальная ситуация. Я не знаю, но типа он меня очень сильно оскорбил, мне типа даже... Ты обиделся, да? До слез. Ну какой молодец. Ну да. Ну слушай, ну теперь я тебя жалею. Типа пидорас не настолько обидно звучит. Ну согласен, это на самом деле нормально. Их все равно много, поэтому ты как бы в большинстве находишься. Да, как бы людей в расход пускаем, похуй. Люди это, ну, материалы, понимаете? Да в смысле, блядь, чёрт? Гуси вот элитные. Вот это лёд! Жёстко. За что, лёд, за что? Ну ты отзываешься, мне неприятно. Отзываешься неприятно. Тупо не могу. За пиздец. Ну хоть юки отменили. Я тоже люблю. О, привет! Дроу! Подождите, мне звонят с Дискорда. Вот я звоню. Это я. Опять это юки, блять. Сколько можно? Капец, блять. Обидел человека, блядь. Ну слушай, тут в таких больших комнатах сложно с такими ребятами. Короче, кто там был? Бум, получается, убил Левыча, но так как я в ответку ебанул и зарепортил труп Левыча.
Надо было мне оставить, я бы его ебанула, залила. То есть ты мститель? Я мститель, да. Слышишь этот, как его там? Почему сталкер не может убивать? Короче, слышишь? Я сейчас типа бежал. Алло, слышишь? Слышу. Вот, получается, бомб ебашит Ливыча. Сейчас, подожди, нахуй, сука, блядь. Я его ебашу и репост. Все, говори, слышишь меня? Слышу, господи. Короче, скажи, чё по могильчику, типа, инфа есть по могильчику? Ну хуя, Рофла, The Flower. Тут же ассасин нет. Есть. Короче. Стой. Я могильщик. Скажи, типа, инфа есть по могильщику? Типа, если, ну, кто-то же скажет, типа, я могильщик. Так, ну у нас уже минус. Попробуй. Трейдера. Кто остался? Есть инфа по могильщику, ребят? Нет? Ассасина уебали. Кого? Ассасина убили явно. Ну, может быть, может. Подождите, по-любому Флавор... И подрывника, скорее всего. Нет, а подрывник был? Кого-либо убил. А, подрывник, значит, в греще. А я ж не слышал, что он кого-то взрывает. Сразу тика не услышал. Жду тебя. А где он тогда? Может, он этот не успевает? Блять, капец. Просто они за что кикнули меня, такие гении. Видишь, нельзя в таких больших лобби наезжать. Иначе вот так вот поступают ребят. Кто, интересно, эту юки постоянно прожимает? Прям вот интересно. Interesting. Блин, никого найти не могу. Бегаю, ищу людей, хочу пообщаться, а никого нет. Что за жизнь? Бам-бам-бам. Понятно. Самореп, это самореп. Короче, видимо, кто-то проебался. Остался бомбер и еще какой-то чел, который может убивать. Мы, короче, смолчили и стояли весь раунд около доспеха, который там около лабы. Вот, над нами бегал розовый. И получается, кто еще там Сигна. Был? Сигна. Он Сигна мимо тебя пробежал, по-моему. Вот, я и Сигна, пробегал. Да, короче, кто-то... Подожди, стой. Нам, короче, кто-то дал бомбу был... около этой брони, я ее выкинул, вот побежал наверх лабы и нашли там труп. Я стоял с ним. Это я типа, был, короче, либо... Все, это фиолетовый. А с каким хранилищем ты с нами, знаешь, типа, в лабе бегал? Зеленый. Нет, вначале с нами в лабе был. Мне еще Мунчильда сказала, что ты за ней бегал. Зеленый, слышишь? Че? Я подбежал к трупу, начал его чистить, блядь. Как раз таки ты мне передал бомбу, но, блядь. Да, потому что... Жёсткий. Я тоже там стоял. Всё, получается, методом вычитания мы... Ну, короче, блин, а кто... Скажи еще раз, есть инфа по могильщику? Бомбу мог скинуть. Я не знаю. Та хз, я не видела точно. Есть инфа по могильщику, ребят? Я услышал, типа, я забежал в бойлер, но делать вот эту карточку и все. Типа, либо это Сигна, потому что он мимо тебя как раз пробежал, и ты такой... Бля, ёбаёб нахуй. И кому-то скинул. Почему вы не думаете? Да, это что? В этом и какой самый репорт? Жопу ставлю. Не, ну жопу ставить это сильно. Святое. Мама Алексия может. Эх, Шарик, я как и ты был. У кого-то бомба. Да, опа, ты слышал? Да наивнули, да, слышал. Так кто-то рванул. Это внизу где-то было. Это в кабинете. Так, подожди, если мы с тобой тут... Я пробегал розовый. Финик, который... Так, зеленый отъехал. Я считаю, что ты фиолетовый, потому что... Чё по инфе? Вместе. Фиолетовый, думаешь? А, блядь. Да. Мы... Бомбу передали, слышишь? Чикает бомба. Уебать, что? Сука! Мне передали, я успел, я от неё избавиться. Все, ебанулся один. Кормите Юку. Да. Ну Юки-то покормим. Блять, ну там сейчас будет взрывная вечеринка в этой Юке. На самом деле стрёмно туда идти. Так, подожди. Бля,
Ладно, можно сходить. Конечно, опасная херня. Блять, бомбовиков не люблю, потому что они, по сути, опасные для своих. Подожди. Сколько у вас там мат? 13, нормально все. Да! Ах ты, блин, Грей, как почему, ты мог? Почему не кормим Юки, ребята? Что случилось? Шарик. А кто бомбер? Бомбер точно. Бомбер не я. Я мирный был. Почти всю игру. А может?